Ну вот видеоотчет, чтобы запомнить, где я оставался и мои впечатления. Значит, место стоит оно 44 евро за ночь. Находится под крышей, самые высокие этажи. Поэтому летом я не рекомендую здесь находиться или придется сидеть под кондиционером. Кухня здесь. Вот у людей интересно, мне понравилось. Летняя кухня у них прямо на крыше. Вот кухня здесь отдельно выведена в отдельную комнатку. Вот у меня подогревается хавчик. Вот, пока он подогревается, делаем дальше обзор. Значит, вид неплохой. Вид над крышами домов и не очень шумно, потому что район такой. Туалет, ванная, ну, все симпатично. Стиральная машинка есть. И две комнаты. Конечно, здесь уже чувствуется, что будет очень жарко, когда будет лето. А вот памятник Алёше. Оттуда этот дом хорошо видно. Как-то так. Есть полотенца, вот там ящички, вот там очень много их. Тапочки дает с собой. Ну, молодец, все сделано по красоте. Все, пойду я кушать. А, это холодильник. Стиральная, ну, посудомоечная машинка. И бесплатный комплиментари кофе, она сказала тебе в подарок хорошего качества. Я кофе не пью, поэтому может кому-то это будет интересно. Все, пора перекусить.